ветераны, именно здравствуйте, дай вам Бог здоровья, чтобы это ваше здоровье только улучшалось с годами. Я понимаю, что трудно вам, понимаю. Но тем не менее, спасибо огромное вам за то, что вы сегодня сюда пришли. Я хочу поздравить прежде всего вас с наступающим Днем Победы. Хочу сказать о том, что вот как вы уже увидели, в этом году у нас 70-летие Победы, да, 70-летний юбилей. Именно поэтому, да, и 71-я годовщина со дня освобождения Севастополя от российских захватчиков. Поэтому принято решение было такое, чтобы все доски почета, которые есть в городе, то есть это доски почета районов городских и городская доска почета, все они были заполнены именно ветеранами, именно теми людьми, которые обеспечили эту победу, обеспечили жизнь всем тем поколениям, которые пришли. Боже. Это дань уважения, это признание ваших заслуг, это огромная благодарность жителей города за то, что вы для нас сделали. Я хочу сказать, что вот совет ветеранов нашего района, долгая была работа, и на самом деле очень тяжело было выбрать самых лучших, самых достойных, потому что, ну, все у нас ветераны замечательные, все. Тем не менее, вот эта работа проведена, и 24 наших ветерана, которые сейчас присутствуют сегодня в этом зале, их фотографии размещены на доске почета района. И, ну, минимум год эта доска почета обновляться не будет. Эти фотографии будут висеть здесь, и все жители района, приходящие сюда, а сюда приходят очень много людей, все будут видеть ваши фотографии, вас будут узнавать на улицах, вас будут благодарить, поздравлять и так далее. Посмотрите, мы сейчас занимаемся восстановлением Парка Победы. Наверное, тоже обратили внимание, большая работа проводится. Много работы, много. И я хочу вас заверить в том, что все, что намечено, мы сделаем однозначно. Город наш, как был лучшим, он будет лучшим и дальше. Поверьте, мы для этого сделаем все. Естественно, с вашей помощью, с вашими советами, с вашей помощью моральной, и даже то, что вы вообще вот здесь с нами, это уже настраивает нас на хорошее рабочее дело. Огромное вам спасибо. Это очень приятно, конечно. Не так мы часто фотографируемся. И потом, второе дело, я, наверное, отношусь к влиянию долгожителей. Мне уже идет 91 год. В августе месяце ему 91 год. Ну, я вот не взял фотографию, там меня фотографировали. Значит, я сфотографирован, значит, в футболке, здесь на груди имеется танк, и написано на футболке: «Мне 90, а вам слабо». С одной стороны, весело было, с другой стороны, очень я вам благодарен за внимание. Я понимаю, что не так уж много нас осталось, но мы не сдаемся.